68% избирателей Дагестана отдали свои голоса за кандидатов на муниципальных выборах. Таковы предварительные данные избиркома республики. Напомню, накануне в регионе, как и по всей стране, состоялся единый день голосования. 34 муниципальные избирательные кампании прошли на территории 4 городов и 12 муниципальных районах и на Бештинском участке. Распределяли 301 мандат депутатов представительных органов. В списке избирателей было включено более 243 тысяч человек.